Друзья, всех приветствую на своем канале. Абхазия, Пицунда. А сегодня вышли на улицу прогуляться, но погода, конечно, холодная. Показывает 5 градусов, но морозец такой, конечно, прям вау. Еще и дождик моросит. Мои вот здесь на роликах учатся кататься. Мы пришли на главную площадь, на центральную, в центр сам, где стояла елка. Елку уже, конечно же, убрали. Такие вот сосны красивые стоят по всему периметру. Вот здесь стояла елка, елку убрали довольно-таки быстро. Тишина. Практически людей нет. Мы вынесли костей от нашего хаша. Кормить собак, чтобы косточками угостить собак. Но вот прошли уже полпути, и ни одной собаки нет. Куда они все подевались? Либо холодно, они где-то заныкались в теплых местах. Вообще, посмотрите, ни одной души на улице нет. Ни одной. Тишина. Кстати, вот здесь вот Аквафон, вот это здание, как мобильная связь. А вот здесь в этом месте ловит Wi-Fi. Спокойно можно подойти и подключиться. Здесь виднеется такой храм, но он закрыт сейчас в связи с коронавирусом. Не можем туда никак попасть. Так что вот такие вот дела, друзья. Вот они пришли, друзья. Нате, давайте. Держи. Не бросай. На, 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 на. О, кое-как нашли собаку, чтобы ее косточкой угостить. Давай, вон еще одна. Отдай все, еще не отстанет. Фу. Такие лошадки гуляют. Ты хороший. Хороший. Такой хороший. Еще не дается гладить посторонним людям. А видно такой расчесанный. Посмотри, как он видно. Расчесанный, ухоженный. Такие вот у него лохматенькие ножки. Ой, такой хороший. Хороший, хлебушка нету тебе дать. Вот еще одна лошадка. Вот так. Какие красивые же они все-таки. На лугу пасутся кони. Но это нормальное, обычное явление здесь. Красавцы, конечно, красавцы. Сколько смотрела на этот магазин, всегда хотела сюда попасть, посмотреть. Сегодня все-таки выбрали время и пришли сюда. Он находится на въезде в Пицунду, в саму. На повороте. Здесь стоят вот такие терминалы, можно оплатить мобильную связь. На первом этаже продуктовый магазин, а на втором этаже у нас мебельный. Здесь такая шикарная мебель. Стулья шикарные. Просто. Вот такой вот буфет. Такой работы.
Мне очень нравится такая мебель. Тоже стол со стульями. Скорее всего, такой дубовый стол. Раздвигается вот здесь. Его можно как в комнату, так и на кухню поставить. Даже если когда свой дом, вообще будет отлично. Вот такой вот вообще люблю белую мебель. Вот такая вот. Такой вот тоже красивый. Такой стулья, вот такая вот красивая набивка. Вот и Мирка сидит. Вся мебель такая хорошая. Потом переливается вот так вот. Вот так вот и вот. Да, стрелка. Так что приезжайте сюда за мебелью, друзья. Здесь большой выбор. Здесь что выбрать. Красивые столы, стулья. И можно выбрать на ощупь. Кровати вот такие двухспальные. Вот тоже, смотрите, это на кухне. Это получается кухонный гарнитур. Вот такой вот стол большой со стульями. Он идет и для гостей. В комнату, если кухня большая, то на кухню такой стол можно поставить. Такой вот со стульями идет. Стулья вот такие. Вот здесь, конечно, освещение темное. Свет не горит. Такой вот белый гарнитур кухонный. Цен здесь я не вижу. Но очень красиво. Я прям хочу свой дом, чтобы обставить его так, как у меня душа желает. Такие вот богатые кресла. Такой журнальный столик маленький, тоже в белых тонах. Вот такие диваны. Они все богатой такой отделки. Вот еще одна кухня, гарнитур. В белых тонах. Журнальный столик стеклянный. Смотрите, какое зеркало. Зеркало большое. Такая вот кровать. Двухспальная. Выбор здесь, конечно, есть. Также шкаф белый в спальню можно поставить. Ну, смотря, вот здесь очень много в белых тонах мебели. Спальни белые, кухонные гарнитуры. Вот такие шкафы здесь. Вот так вот выглядят они. Тоже очень оригинально. Полочки. Такой вот небольшой, но уютный магазин. Мебель, конечно, мебель очень хорошая, шикарная. Прям вот такой вот богатый стиль. Царский, можно сказать. Вот такой вот шкаф. Представляете, вот в спальне у вас будет стоять вот такой вот шкаф.
приятно пахнет деревом. Вы не хотели бы спать на такой кровати, друзья? А я хочу. Здесь вот зеркало лежит тоже. Жаль, нет цен здесь нигде, поэтому я не могу вам сказать. Приезжайте сюда, вот за такой мебелью. Молодцы, конечно. Выбор есть. Хоть магазинчик небольшой. В общем, тут очень все. Да, здесь очень все классно. Зеркало. И я все хочу. Комод. Там открываются ящики. Ящички можно что-либо положить из вещей. А вот эти вот зеркала, они вставляются вот сюда. Вот сюда. Это зеркальные такие шкафы получаются. В каком журнале? Там журнал. Тут вообще все поместится. Да, вот сюда вставляются зеркала полностью прям. Да, ну я думаю. Я не знаю, как они вставляются. Хотят, я думаю, они не хотят вставить зеркала, потому что. А может быть, и не вставляются действительно. Деревом запах, конечно, здесь шикарно стоит. Очень красиво, мне нравится. Никого нет, тишина, продавца нет. Вот на кухню бы такой стол поставить со стульями. Да, было бы вообще отлично. Все хочу. И я все хочу. Вот такой вот буфет, представляешь, как красиво он? Это на кухню вот такой буфет ставится. Шкаф. ₽250 вот эти вина все здесь. 270. Вина Бзы Пицунда 250 рублей. Да, здесь такой супермаркет. Такой простенький. Все для туристов, конечно, для приезжих. Тишина, никого нет. Ни единого человека. Никого. Только нам делать нечего. Мы ходим, бродим по магазинам. Снимаем видео для вас. Здесь бамбук есть. Сейчас посмотрим, какую цену он здесь продается. Так, бамбук. Так, здесь бамбук по 200 рублей, а мы покупали по 160. Вот и соотношение. Вот такое вот вино на подарочек можно взять.
Вышли на улицу, дождя не было. Было просто так вот холодно, можно сказать. Морозец такой. А сейчас дождь льет, как с ведра. Сейчас зайдем в магазин и домой. Прям такой хороший-хороший дождик. Магазин и домой. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего доброго. Пока-пока. Друзья, вышли с магазина. Здесь уже и снег пошел. Вообще сегодня в Сухуми, говорят, снег пошел. А у нас был дождь. Но сейчас и к нам снег добрался. Вот здесь вот такая вот от супермаркета. Рядом такая вот площадка есть небольшая. Здесь... выкорчевали все деревья. Вон они с корнем. Здесь большие деревья росли. Все поспилили, я смотрю. Вот они, корни какие огромные. Все деревья с корнями вытащили. Спилили, корни повытаскивали. Вот такие вот. Все. Смотрите, какой большой корень вытащили. Видимо, экскаватором. Чем? Вот такой огромный. Спиливают, короче, деревья. Ох, корень какой. Спиливают деревья, что-то там, наверное, строить будут. Ладно, друзья, побежала я домой. Снег и дождь.